работает. По громкости напишите, по-моему, громковато немного. Но я и так сделал все. Так, новая игра, давайте, средний уровень сложности. Меня зовут Билли. Мама не говорила, кто был мой отец, так что... Наверное, громко, да? У меня нет. Этот медальон она надела на меня, когда я еще говорить не умел. На нем выбита свечка. Ну, дети меня так и звали. Свечка. Лучше, чем ублюдок или чикана. Ага, мама из Мексики. Я вырос в городе на самой границе. Народ там по большей части белый. Например, мой отчим. Томас. Здоровенный. Такая загрузка для долгая жопа вообще. Его побоев мне досталось куда больше, чем еды. Город, в котором я вырос, называется Хоуп. Надежда. Меньше надежды я нигде не видел. Он полон пьяниц и бродяг, воров и лжецов. Это лучшие люди города. Как мой любимый отчим, который меня порол не реже раза в день, как по часам. Говорил, что учит меня быть мужчиной, но научил всего лишь терпеть побои. Последний раз, когда он поднял на меня руку 2 года назад, я удрал. Пошел искать свое счастье. Что-то, блин, загрузка-то вообще трэш. Хотел показать для игры 10-летней давности. Но мир несправедлив, я так ничего и не нашел. Встретил девушку, правда, Молли, красивую. И то ничего не получилось. Ее папаша постарался. Ну вот я и вернулся. Голодный, нищий. У меня ничего нет, даже фамилии. Загрузка на спектру медная. Так, совет. В правом нижнем углу расположен компас. В верхнем, вернее. Так, L для просмотра журнала, O для просмотра задач. Ну вот и Хоуп. Логово бандитов, ублюдков и ханжей. Осторожно спуститесь по склону, переходя из... Ага. Ой, ты... Аккуратно. Это была, кстати, одна из первых игр с поддержкой DirectX 10. Отличное местечко. Какой типа Firewatch? Ты что, пошутил, что ли? Это вестерн, ёпта. Что это ты тут делаешь? Это частная собственность. Хорошо, хорошо, полегче. Добро пожаловать в учебный режим игры. Ну, давайте. На крыше сарая за домом находится тайник с оружием. Доберитесь за него, возьмите ржавый револьвер. Смотрите, чтобы Джонс вас не увидел, иначе он выжмет вас со двора. Тут, короче, есть стелс, пацаны, в этой игре. На крыше сарая это здесь, интересно, или где? Ага, тут вообще не пройти вон. Тьфу ты, черт. Видимо, придется через все-таки через эту хрень проходить. Играл ли ты в Ксенус Белое Золото? Это вторая часть Ксенуса. Пробовал, по-моему, лютое говно.
Так, F поднять ящик. Так. Опа. Отлично, дело сделано. Теперь, когда вы вооружены, Джонса можно не бояться. Спускайте и пострадайте по мишеням. Пострадайте по бутылкам, говорят нам. Чтобы вытащить револьвер из кобуры, нажмите 2 или 1. Опа. Так-то, сучки. Тут видите, кстати, как в хронике Риддика тело есть. Я сказал, убирайся. Вон с моей земли. Эй, парень. Ты же не будешь стрелять в старого Джонса, а? Я ничего тебе не сделаю. Танцуй! Он не стреляет, сны. У чувака железные яйца, короче. Так, а по каким мишеням нужно пострелять-то? По бутылкам на ящике и по предметам, стоящим на заборе. А где бутылки? А, вон. О, попал. Так. Идите через город на ферму Томаса и Марисы. В этой игре, кстати, прикольная стрельба очень, как для того времени. Оружие очень классно чувствуется. Пришел повидать и снова загрузка полтора года. Земле, кому не все равно, что со мной. Маму, никого больше. Но трех ублюдков, кроме отчима, я особенно не хочу встретить. Первый. Тим Пауэлл. Шериф. Ему всегда казалось, что я задумал что-то плохое, даже когда ничего такого и не было. Второй. Клайд Форестер. Хозяин салуна, поганый сутенер. И самый мерзкий из трех. Братец моего отчима. Преподобный Рэй. Напыщенный козел, который когда-то взял в руки Библию. И за последнего нам предстоит еще играть в этой игре. Кстати, игра вообще очень классная. Кто не играл, много потерял. Побыстрее выкладывай Dark Souls 2. Ну, выложу завтра серию, может быть. Пока третий-то у нас, блядь, в пролете. Сука. Собаку не обшмонал. Так там ничего нельзя. Это же не сталкер. Чё за игра-то? Call of Juarez. Не, ну реально разрабы Dark Souls меня просто вообще... Такого я не ожидал от них, реально. Это вообще... Сукины дети, а. Озвучка у игры действительно хорошая. Это озвучка от 1С, кстати. У меня есть лицензионный диск этой игры, я покупал в своё время. Какого года игра? Я не помню. 2006, по-моему. 10 лет назад игра вышла. Шериф. Надо же. Билли Свечка, давно не виделись, парень. Шериф. Не думаю, что Томас будет рад тебя видеть. Ты вернулся, чтобы помириться с ним? Я к маме пришел. Понятно. Так, отдай-ка мне револьвер. Давай сюда. Но, шериф. Бросай оружие. Чтобы бросить оружие, вытащите его. Так, в башку ему хочется выстрелить. Отлично. Добро пожаловать. Смотри, не наделай глупостей, сынок. Я вам не сын. И слава богу, парень. И слава богу.
Только пришел в город, а шериф тут как тут. Сволочь! Черт, надо раздобыть пушку. Найдите револьвер. Где я его найду? Билли Свечка, это ты? Надо же, как вырос. Стой смирно. Дай-ка я сниму мерку. Так, на всякий случай. Так не терпится меня похоронить? Вот и все. Ростом ты точно как преподобный Рэй. Какой замечательный, кстати, добрый человек. Если вдруг что случится, посмотрите на этих хомбре. Опасные ребята. Это серьезный тип какой-то. Эй, Билли Свечка, услада чай моих. Сьюзи? А ведь у нее есть пистолет. Билли, я обиделась. Ты в городе? Дуэли тут есть, да. Я только пришел! Я думал зайти! Ну надо же! Билли думать научился. Тащи свою тощую задницу сюда. Так, пошли. Тут можно еще вон. Что уставился? Пообщаться с этими замечательными людьми можно. Самое, прохода нет. Самое смешное то, что игра, она не в открытом мире, но здесь есть элементы open world, и потом будут даже миссии одна, которая... Что уставился? Практически в open world, когда с индейцами там связана она, я помню до сих пор. Блин, а как туда попасть-то, что-то я не помню. Форестера пока не видно. Мне немного виски. Сглазил. Билли Чикано, куда это ты направился, парень? Товаром попользоваться? И без денег, конечно. Остынь, Клайд, я зашел поздороваться. Мой ботинок сейчас поздоровается с твоими гуэвос. Хочешь Сьюзи? Выкладывай деньги, мучачо. Нет денег, убирайся. Нету денег, нету ножек, нету мультиков, короче. Все плохо. Может быть, ты возьмешь коровье дерьмо? Оно тоже стоит денег. Ты на мели? Я так и знала. Думал, найдешь золото ацтеков. Ладно, забирайся в это окно. Но не поднимай шума. Я, наверное, с ума сошла. Да, именно так. Проблема в том, что... Там ящик есть точно. Не поднимай шума тут, короче. Стройку такую затеяли практически. Посторонись. О, нормально. О, почти получилось. Почти по физике, пацаны. Привет, Сьюзи. Шш, подожди, я сейчас посмотрю, чем там занят Клайд. А ты пока умойся, что ли? Черт, где этот Деринджер? Так. А найдите револьвер. Это, кстати, разработчики игры, насколько я знаю. Хлыст еще нашел.
Не заряжен. Где же патроны? Клайд развлекается с Джоэн. Так что у нас есть время возобновить знакомство. Но лучше не шуметь, дорогая. Так и не нашел сокровище. Может, я тебе помогу? Сейчас припрутся, короче, эти. О, как ты вырос. Что тут за шум? У тебя зуд, что ли, парень? Клайд, тебя сейчас вылечит. Надо убегать сейчас, короче. Что делать-то? Ты так просто не отделаешься. Полчаса со Сьюзи любому, кто прихлопнет этого мексиканского ублюдка. Так, это плохо. Я шкуру с него спущу за полчаса с этой девицей. Мать твою. Они попадают по мне. Хлыст нашему другу еще понадобится. Короче, нам пиздец, ребята. Бессмысленно, признаю. Она как... Да, как его отцепить, а все? Нет, не все. А две кнопки сразу нажать. У меня хп осталось. Все нормально. Так, бежим. Бежим. Вот. Тут сейчас будет жестко. Вот мы тебя и нашли. А, блин. Подумаю, ну немножко не рассчитал. Бывает. И все заново, ё-моё. Я шкуру с него спущу за надо полчаса быстрее, с ребят. Этой девицей. Надо быстрее, ребят. Так, ладно, застреваешь-то. Согласитесь, кстати, трава довольно неплохо сделана. Лучше, чем в Сурвариуме. Ну, согласитесь, трава классно сделана. Спустился просто как бог, блядь. Я просто представил, как это выглядело. Такой спускается. Я шкуру с него спущу за полчаса с этой девицей. Блин, меня сейчас застрелят просто. Да, я, наверное, вырежу Кол Хуарес из этого стрима и его выложу. Искандер, я тоже хотел это сказать. Так, аккуратно. Да, блядь, я же аккуратно спустился. Ты так просто не отделаешься. Сука, я... Я шкуру с него спущу за полчаса с этой девицей.
Такой жадный ублюдок, полчаса всего вообще. Полчаса это же вообще ни о чем просто. Так. Мне, короче, сейчас отстрелят что-нибудь, я чувствую. Сейчас как спуститься-то нормально? Я просто... Обрежу потом часть Скалу Хуарес, ее я выложу. Блять, мне стреляют. Полное прохождение пилить этой игры. Не знаю. Надо объявить сбор на полное прохождение этой игры. Не, игра на самом деле прикольная, просто мало кому она интересна. Мне в свое время она очень понравилась. Сейчас аккуратно надо, ребят. А, это типа удлинить? Блин, ребят, что-то я не знаю как-то. Чё? Что-то, блин, я не знаю. Как тут перепрыгнуть-то её? О, получилось, ребят. Эти пидорасы еще все мне в спину стреляют. Слушайте, это реально палево ведь? Так, нет, наоборот надо. О. Уи. Физика хлыста прямо как в танках, да. Ну, ребята, не забывайте то, что это игра 2006 года, ей 10 лет. И она, между прочим, очень это даже... Это дом сумасшедшего Фрэнка. Его контузило в войну, и теперь у него все шарики за ролики заехали. Если у кого-то в этом городе и есть патроны, то это у Фрэнка. У нашего героя штаны застегнуты, вы же видите, все нормально. Найдите патроны к револьверу. Смотри, Люси, это Билли. Ну что, парень, ты нашел золото? Какое золото? Золото от снега. Да сказка это, нет его. Ладно, я понял. Сейчас нужно, короче, спилить у него патроны. Это плохо закончится, короче. Короче, просрали мое задание. Мне с дробовика прямо в жопу засадил. Старый псих. Так, у нас есть пушка теперь, пацаны, и патроны. Правда, тут всего два патрона.
да, тут хлыст нужен. Блин, это жесть. Ой, блядь. Сука, ненавижу. Вот я помню, что у меня, когда я проходил еще эту игру в 2006 году, у меня бомбило даже тогда от хлыста этого сраного. Эй, Люси, что будем делать с этим воришкой? В игре не только пистолет, тут винтовка тоже есть. Тут и персонаж-то не один. Еще Рэй есть. Помимо этого персонажа есть еще Рэй. Старый псих. Сука, долбанный этот. Блять, глючит все пиздец, короче. Нет, это плохая идея. О, получилось. Автоматов нет, конечно. Тут действие происходит 1860-е года, 70-е. Даже не 60-е, это раньше. А нет, это позже уже было. Ну где-то 70-е, 80-е примерно. 1870-е, 80-е. Единственный дом, который... Да, автоматов не было еще. Мама, наверное, ужин готовит. Печет пирожки, варит похлебку. Я почти чувствую... Томас! Оставь ее в покое, урод! Слышишь? Я убью тебя! Эпизод завершен. Ну давайте еще один эпизод пройдем. О, Господи! В этот день субботний в пустой церкви я взываю к Тебе. Что мне делать, чтобы не потерять веру в людей этого города? Молю Тебя, Господи, дай мне силу, чтобы наставить этих грешников на путь истинный. Есть винтовки, револьверы, дробовики. Демоны моего прошлого пришли ко мне. Гатлинг тоже, по-моему, здесь есть. Господи, что жители Хоупли сходят во тьму, как я когда-то забыл. Возьмите Библию, чтобы начать богослужение. Прикольный, да, священник, который в казаках с этими, со шпорами. Как печально, что сограждане ваши предпочитают плотские утехи духовному спасению, что можно обрести в храме сем. В Туне говорил голос с неба о блуднице Вавилонской. Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. А что они здесь получат? Морали? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на проповеди всяких надутых ханжей. По стакану за счет заведения каждому. Кто сейчас пойдет за мной в мой салон? Клайд Форестер, ты затем сюда пришел? Как ты смеешь? Блять, вся закончилась вода, короче, жесть. С пути истинного. Если бы не я, ты бы без работы остался, падре. Кого тебе спасать? Если я никого не Довольно, подлый змей, и сыди с глаз моих. Слушай, ты, преподобный, я все про тебя знаю, ты не лучше... Вон из святого храма. Преподобный у нас жесткий парень, на самом деле. Возгласил Господь, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому... И скоро вы это поймете. Падре, преподобный Рэй, на ферме вашего брата стреляют. Что? Этому ублюдку гореть в аду! Или в городе! Не я мир пришел я! А, ну нужно, да, пока просто нужно добежать. То
То есть пока револьвера не надо брать еще. Какою мерою мерите, такою отмеренно... Когда я нажимаю огонь, он читает Библию. Прибавлено будет вам. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. Не мир пришел я принести, но меч. Какою мерою мерите, такою отмеренно будет вам и прибавлено будет вам. Сокровища ацтеков? Билли, что ты натворил? Он сейчас подумает, что это Билли, короче, всех убил. Билли! Так и у разных, так, прочность тоже разная. Ударом ноги можно открывать, да. Прикольно, да, он умеет. Как Дюк Нюкем. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Упс, упс, это не специально. Да ну вас! Чё, заново всё, что ли? Ё-моё, а? Ну это вообще... Ну раньше так делали игры, чё теперь делать-то? Я пропущу, с вашего позволения. Этому ублюдку гореть в аду! Или в городе! Я видел его в салоне! Священник, он тут очень суровый. Он бывший адовый вообще убийца. Во второй части Call of Juarez рассказывается история Рея, как он стал священником, после чего. Ну, могу проспойлерить, он убил своего брата из-за женщины. И после этого он поклялся не брать больше в руки оружие и типа это. Ну, в этой вот. И вот в первой части, он как раз, в которой мы сейчас играем, он сейчас вот добрался до фермы, где его брат убит. И встретил Билли. Билли, что ты натворил? И подумает, что это он. Вот, а на самом деле нет. И пол игры мы будем гнаться за ним. Билли! Половину игры мы будем гнаться за Билли, а потом выяснится то, что... Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. Блять, а куда идти-то? А, все. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. Билли! Прямо с Библией в руке, короче, подумал. Я помню, что тут сейчас тоже гемор был. Ты чё? Твою мать, я что-то не помню, что тут делать дальше. Стоп. А, найдите ведро с водой. Видите, да, тут можно тушить пламя, смотрите. Круто, да? В какой еще игре такое? Я вообще ни в одной игре больше такого не видел. Сама покоцала. Убийца!
Видите, он подумал, что это он убил всех, а естественно, это не так. Но мы это знаем с вами. Это, в принципе, не такой уж спойлер, мы сами за него играли. Так, сюда не забраться, да? Вот он. Стой! Вернись! Блин! Мальчик, во имя Господа, что ты натворил? Пойду-ка я за Тимом. Отправляйтесь в город, расскажите о случившемся шерифу, блин. И нужно своим ходом сейчас идти в город, это жесть. Графика, кстати, на тот момент была очень даже ничего, мягко говоря. 2006 год вышел только-только Half-Life 2, буквально, в прошлом году, считайте. То есть графоний-то был норм. Мне тут, по-моему, вообще не пройти. Графоний был в порядке в этой игре. Да у нее вообще все было в порядке, ей высокие оценки ставили вообще. Я помню, там, ну, 8-9 баллов ставили все. Ферма уже нахуй все догорела. Сейчас будет самое прикольное. Как гиены. У них нет ничего святого. Хуже собак. Разгоните мародеров. Что вы делаете? У вас что, стыда нет? Ваше преподобие, тут стреляли. Надо позвать шерифа. А ты? Как ты смеешь обирать мертвых? А им-то их добро теперь зачем? Ты вообще тут полгорода будет через минуту. Вон отсюда. Вон или богом клянусь. Ладно, я уйду, конечно. Но я еще вернусь. Вон отсюда. DSFX нужно на первый Dark Souls ставить, без него же... Клайд говорит, ты никакой не праведник. Он говорит... Довольно! Так, вы можете разогнать мордеров кулаками. Для этого нажмите 0. Ну что? Сучка. Я тебе сейчас покажу. Все, ушел первый. Первый пошел. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал. Ах ты, сука. Аллилуйя, мазафака. Все. 20 лет я нес людям свет. И боролся с тьмой. День за днем я трудился, спасая заблудшие души. Все для тебя, Господи. Так почему? Почему ты оставил меня? Как ты мог допустить такое? Помоги мне. Господи, умоляю, скажи мне, что ты от меня хочешь? Эпизод завершен. Эпизод 3. Этот незаконный ребенок
Но мы не будем сейчас его проходить, я уже устал, смысла не вижу продолжать. Я выложу потом, ребята, отдельно, обрежу первую часть стрима, где там трэш был, и выложу только с Fall of Wars. Если бы я мог, я бы убил его. Господи, ты этого хочешь от меня? Стать мечом твоим? 20 лет я нес слово твое волкам и гиенам, но вдруг... Есть среди них те, кого не исправить. Ты это хочешь сказать мне? Загрузки, конечно, после здесь трэш просто. Уничтожить тех, кого нельзя спасти? Если ты этого хочешь, то я так и поступлю во славу твою. И совершу над ними великое мщение. Ну и такой для затравочки так. 20 лет я не видел этих слов. Сколько жизни они забрали. Сука, заглючил ролик. Но на этот раз они не будут орудиями сатаны. На этот раз нас поведет свет Господень. Кираса православная, да, уровень, это точно. Ну, заглючил пацана немного. И самое крутое в этой игре, знаете что? То, что можно взять в одну руку Библию, а в другую револьвер. Это просто 10 из 10. Что вы затеяли? Я просто, ну, это просто так дико выглядит. Мир лишь огне, псы, чародеи, и любодеи, и убийцы, и дослужители, и всякие... Ну, короче, вы поняли, в общем. Давайте засейвим, да. И делающий неправ. Все, выход в главное меню. Такие дела, ребят, в общем. Вот начали мы с вами с Dark Souls. Все пошло, сами знаете почему. Но, тем не менее, мы нашли, вспомнили с вами классную игру, которую, думаю, мы с вами пройдем обязательно. Жалко, нас было немного. Вот, но тем не менее. Вот, ладно, спасибо всем, кто был на стриме. Сори, что не получилось с Дарком, хоть я и не виноват, но мне лично очень обидно. Вот, но Call of Juarez тоже крутая тема. Все, ладно, ребята, давайте, спокойной ночи, там всем приятного аппетита, пока.